что если у меня есть здоровенные колеса, которые... Так, друзья, приехали подписчики. На Рубиконе 19-го года. Это вообще... Да как 2 литра мотор? Показать, как... Да. Не, как, что сначала давайте, что под капотом. А, ну давай. Вот это... Ну да, они так его не сильно изменили, да, чуть-чуть залезали. Ну, я имею в виду по сравнению там с 15-м годом. Опа! 2.0. Ого! 300 лошадей. Ага. Вот это... Так у него и расход небольшой, наверное, едет быстро. Ну, расход только когда нужно, так? Ну да, то есть от режима движения сильно зависит. Да, спокойно, нормально. Вот это красиво. И что, большой пробег? 17 тысяч! Ого! Так на танковую поедем? Был, уже был? Проехал все. Блин, какая машина. Да. Да. А Саня выбирал, ну, на таком же, такого же цвета, у него 15-го года, помню. Длинный, да. Я ездил на этот самый карьер на баллоне. Да, да, эти да. Эти две горки усирались, я не знаю почему, я просто взлетел туда. Ну, потому что он мощный, короткий, легкий. Так, а сколько весит? Не взвешивали? 2 тонны. 2 тонны весит? 2 тонны. Он же там рама высокая. Ага. А там сзади как-то глушитель тогда? А я ж тебе не давал. Снишь, защита. Да, я... красивая машина. Сейчас я покажу, как залетал я на эти горки. Класс вообще. Саня, говорю, выбирал машину, у него же был Патрол 61. Я говорю, а что ты Рубикон купил? Он говорит, так, а нет, альтернативы вообще нет. Ну, вообще на земле нет альтернативы Рубикону. Рубикон, смотри, блокировка задняя. Да все, да. Передняя, все. Размыкатель, стабилизатор. Да, размыкай. У него один, тоже все. 1:4 понижайка. 1:4, да? 1:4. Завода. Это шел вот этот максимальная комплектация. И она подлифтованная сразу с завода на 1 дюйм. Сразу. Она уже шла. Угу. О, а какие колеса боевые? Вот боевые в стандартном. 33 на 12,5. Ничего не затирает, вот оно так, как должно быть, да? Если я ставлю 9-дюймовые диски, начинает затирать, и мне я заказал высокие крылья. То есть ты можешь без лифта ставить. Просто крылья колеса. Поменять? До 37-х колес можешь ставить, если крылья ставишь другие. Мне где-то через 2 недели придут. Ого. То есть центр тяжести не увеличиваешь? Это очень классно. Конечно, классно. Сейчас я тебе покажу. Это очень правильно. Вот это вечер такой. IP68. То есть можно... А, ну и ковры же там быстросъемные тоже здесь, да? Да, отверстие слив. IP68 можно керхером мыть всю машину изнутри. А сзади складывается. А каркас же тоже здесь, да? Вон он, я снимаю. Вот это. Не, ну, тут альтернативы этой машине нету в мире. Еще и 2.0 битурбо. Ну, конечно. А они есть без битурбо, я имею в виду? 3.7 там? 3.6. Смотри. Вот эта горка, в которой вы, ну, блин. Я тебе скину, у тебя все. Не, сейчас пиратскую копию. Смотри, вот это вот неберучка.
Посмотри, беззвучно, без звука, которую мы раскатывали. Так что все, уже там. Без звука, без рева. А, это та, которая... Нет, так сначала же она была страшная. Страшная это была там, где с той стороны, где... Или это я не стой. Это другая. А, вот. Да, 19-й год, 17 тысяч пробег. Так, друзья, сейчас больше 400 крутящих. Говорят, сядь, мы тебе покажем, как должен ездить внедорожник. Ух, елки, вот это космос. Ну да, даже от того, который 15-го года отличается, уже такой, на другой уровень вышла машина. А свет какой? А свет тоже родной? Свет. Или тюнинг? Да я вижу, да. Это родной, а тюнинговый вот дополнительный. И сзади тоже я сделал. А это родной? Это родной. Четко. Даже не темно, а свет. Я смотрю, кто-то едет, такая машина интересная. Ну, и у Сани похожий свет. Нажимаем? Ну, да. Ёханы бабай. Охренеть вообще. Нету звука, понимаешь? Да то, что звука нету, второе, подхват просто какой-то, какой-то нереальный просто. Подхват, друзья, это просто фантастика. Это просто фантастика. А что там с подвеской? Вся стоковая. Стоковая вся, да? Полностью, да. То есть то, что вот с завода идет, да, у всех. Да, что было, то и осталось. И обрати внимание. Это и мы на короткой машине. Мы на короткой машине, еще не все. Включен трекинг-контроль, который не дает... Антибукс. Антибукс. Если я выключаю, ты не можешь себе представить, что... Вот смотри. И мы же еще на гладких колесах. Ну да, которые не могут которые зацепиться стопроцентно. Да. Так, а паспортная 6? Ёханы бабай. Чё сразу же? Да это вообще, осторожно, тут трамплин. Ёханы бабай. Вот это жестко. Не, ну это фантастика, конечно. Тогда на хороших это... колесах с зацепом. Так это... тебя аж выворачивает назад. Это просто нереальное что-то. Да, когда люди рассказывают... То есть ты не чувствуешь прижима, потому что они буксуют. Какие 70-ки, какие патрули, друзья. Это вообще не... ни с чем не сравнимо вообще. Самое приятное, когда ты едешь по шоссе. Да. И думаешь, что едет кирпич. Да, да. И когда нажимаешь, она выстреливает как пушка, и никто не ожидает, что это такое. Так это 2 литра. Это 2 литра. Это вообще просто. Она выстреливает. Да. 6 секунд паспортная, да? 6,8. 6,8. Да. А у нас Хэми 5,7. 7 секунд. То есть, это старые насколько... модели. Да, да, насколько сейчас... люди шагнули вперед. Дело в том, что сейчас же вывели Ford Bronco. Ты читал об этом? Нет, нет, не видел. Ford Bronco это 60-х годов, тоже внедорожник рамный. Решили сделать такой же рестайлинг. Современный. Современный и сразу но же... Но он очень такой популярная очень машина, востребованная. Такой, да, да, да. Его не было, и вдруг решили, и почувствовали, что есть конкуренция. Что они сделали? Они засадили в эту машину Хэми 6,4. В какую? В эту точно 6,4. Вот точно в такую? Пренебрегая всеми экологическими нормами и расходом топлива, он берет сотню за 4,5. Ну, охренеть. Ты не знаешь, кому это надо? Кирпидон. Ну, кому-то надо. Вот здесь ограничитель скорости 160. То есть он 160 набирает и останавливается, иначе ж ты... Ну, я понял, да. То есть, ну, безопасность просто. Ну, да. Такой щиток красивый. Ежешь, ты понимаешь, что есть размыкатель. Размыкатель стабилизатора. Вот сейчас 4 на 4 я тебе нужно проехаться немножко. Камера заднего вида. Да, это задний свет включен. Ну, в общем, есть все, что. Нет, все, что может быть. По бездорожью все. Ну, не, и по бездорожью, и по. Вот 4 пониженное. Ну и он жужжит. Да? А вот пониженное. Вот это на пониженное. Да не, ну это вообще какой-то космос. А скольки ступенчатая коробка, 8. Кстати? 8? 8 ступенчатая, да. В общем, и я понял, что от предыдущего поколения ничего только сходство осталось только внешнее такое. Внешнее, то... Ну, и то изменили, да, но хотя, ну, издалека, скажем, сходство. А вот смотри, можно посчитать так. Вот у меня D, и он у меня ручная. Вот я беру первую, вторую...
третья. Но она там не дает, если слишком поздно. Четвертая. А, можно, знаешь как, можно с пониженной это сделать. Пониженной. 8 передач. Ну, с пониженной получается 16. Ну, ты берешь, сейчас я пониженную включу, и ты, можно посчитать, сколько передач. Вот сразу вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Круто, да? Это вообще... Вот сейчас мы на восьмой пониженной едем? Восьмая пониженная, да. И вот такой подхват, это на пониженной. Да. Ну, на пониженной, если у тебя идет 1 к 4, соответственно, да, это все равно 40 км в час, это как 160. А на 160 ограничитель. Да, да, то есть 40-ка получается. Он отрезает. Ну, вот 50... Не, ну он... Нет, должен позже отрезать, наверное. На пониженной должен понимать, что мы очень медленно... Сейчас пониженная? Да. А колеса 33 сейчас, да? Эти 32. 32? 33 это те, которые... Боевые. Я поставлю, чтобы мы поедем. Ну, мы танковые прошли все вот так вот до конца. С самого начала и до, аж до железной дороги. И назад. Там вот же так. Есть продолжение еще дальше, мы за так, железной дорогой. Туда даже, значит, где разделяет поворот налево через Бориспольскую. Потом дальше. Потом они насыпали там кучу песка. Да. И мы вот туда вот доехали и назад. Нет, есть за железной дорогой еще объезд через есть. Переезд, да, и третий кусок есть еще. Надо ехать. Ну, поедем. Сейчас, может, погода же как-то, чтобы дожди хоть прошли какие-то. Такой закат. Да, закат красивый. Да. Короче, только отдаленная внешнее сходство, в общем, с предыдущим поколением. Хотя и предыдущее поколение очень достойная машина. А ты знаешь, как он выворот на месте? Нет. Смотри. Ух ты ж, елки. Вот это шок просто. Это просто шок. Внутреннее. Я давайте с улицы я покажу, потому что это вообще просто выворот колес. Радиус разворота какой-то просто минимальный, то есть если даже где-то участвовать в соревнованиях, то есть вообще... Не, ну это какая-то фантастическая реально машина, хотя она выглядит обычным кирпичом, но я понял, люди максимально... И в принципе конкурентов в мире нету. Патрол, допустим, 61-й, который делают новый до сих пор. Ну это не конкурент, это допотопная машина просто, да, она там с бензиновым мотором мощным, но это все равно... Это старые патролы, на них старые патролы. Комфортно, они очень шумные и жесткие. Да вообще это а не... А в этой едешь комфортно, в этой хорошо. Так это с короткой базой, это же короткая да, база. Да, ехать хорошо надо. На трассе до 100... Она длинная вообще там, как в квартире, ну, наверное. У тебя курсовая устойчивость лучше. Но на полсекунды медленнее разгоняет. Ну вес, масса, да. Чуть больше, да. Да, друзья, вот это ни с чем сравнить невозможно, эту машину. Тогда давай сделаем так. Я сейчас... Они же идут сразу на 33-х. Сразу на 33-х. И сразу идут именно Рубикон с высокими крыльями, которые я заказал. И туда ставятся 37-е колеса. Просто, то есть в штатную машину... В штатную машину ставишь 37-е, если ты купил американский Рубикон. С высокими крыльями. Они идут сразу с высокими. Вот здесь, например, я себе ее заказал в Штатах. Во-первых, она вышла 3,6. А это европеец? Это европеец. А 3,6 есть они? Нет. Здесь, в Европу не идут. А, в Европу? Ну, вообще есть. Остались. Но этот мотор остался. В Штатах нету 2-литровых. А, нету 2. Это для Европы, для мира, Европы, короче. Да. Но в Германии, в Австрии, сделали рейс-чип, который без перепрограммирования компьютера увеличивает мощность на 50 лошадиных сил. Плюс? Да. 350 получается. И по-моему, там 60 килограмм или 50 килограмм вообще размер этот самый. Ньютонов, да? Да. Не, ну это хорошо. Как он смещен назад, как же вам показать, темновато уже. То с той стороны надо. Так, четко видно, как кузов подан назад. Длинный капот такой получился. Вот эта часть вот у них получилась длинная, да? Сделана. Да, да, да. И смещен назад. Вот в таком профиле четко видно очень.
Ну, это фантастическая машина на самом деле. То есть все, что люди строят, ну правильно, люди строили с 42-го года, начиная. И в конце концов дошли. А вы видели, Виллис приезжал к нам? Видел. Виллис. Да. Ну, тоже фантастическая машина. Он приехал на заднем приводе, и там по этому песочку просто ездит. Ну, в карьеру они уехали, но мы договоримся, надо будет вместе, чтобы вы приедете. Да. Не, ну это... То есть люди собирали все знания. Ну, да. Сколько лет? Десятилетиями такую машину сделали, ну, понятно, которой равных нету. Я поставил бампера. Кстати, бампера алюминиевые. Алюминиевые? Не, ну тоже, что возить болванку в 21 веке. 6 миллиметров, они прочные. Ну, они прочные, конечно, алюминий. Конечно, да. И защита тоже там 6 миллиметров. Ну, какие бампера шикарные. А был пластиковый? А был пластиковый такой длинный. Не, ну это ни с чем сравнить музыки невозможно. Еще раз дай знать. Да, обязательно. И на самом деле мы были и в этом вот, на заводе, на заброшенный асфальтовый завод. Я понял, где там, где Нива клуба было, да, это. Да. ЗАТЭЦ, да. Были в Рожевке, которую сейчас размыло, не заехал. А это родное все? Это все родное, да. Но новые будут чуть выше. А и также поворот, габариты все. Выше, да. В общем, такая машина. Нереальная просто. Какие патрули, какие Нивы, о чем вообще говорить, блин? Не, ну Нива все, кто-то не жалеет. Все уже сделано, жалеет. Да. Не, ну Нива-то, да, отдельная история. Хотя, кстати, Нива, которая, вот я катался на новой Ниве, на почти новой, угу. Очень тоже там на шрусах, все, тут, кстати, все на шрусах, полуоси и карданы, да, все шрусовое. Да, это фантастика. Собираем на Рубиконы все, на новые. Не надо мучиться. Так, друзья, ну что, завершено мероприятие. Дискотека еще есть, но оффроудная часть завершилась. Много всего интересного. Было моментов. Пик отпускного сезона или финиш отпускного. Из-за этого, конечно, немного машин, людей, но все равно приятно встретиться с друзьями, покататься, пообщаться. Приехал Миша, наш подписчик, на машине 19-го года, но это фантастика просто. Это снял я отдельное видео. Не очень большое, но... Так, что-то я на какую-то дорогу попал. Вон ребята рядом едут, я им, чтобы не пылить перед ними. Кардан задний не выдержал. Никогда не сворачивал, но тут такая нагрузка была. Какая-то нереальная просто. Кардан свернули. В общем, хорошо покатались. Всем спасибо, кто смотрит. Подписывайтесь, делитесь. Приезжайте. Можно с нами всегда прокатиться. Звоните. Телефон есть в описании канала. Потому что лучше звоните, многие пишут, но очень много всего приходит писем, и я не могу просто физически все увидеть. Очень много времени надо смотреть, просто сидеть сутками только. Телеграм, Вайбер, Ватсап, еще там что-то. Еще Фейсбук пишут, в Ютубе. ТикТок добавился. В общем, движение увеличивается. Всем спасибо, до встречи, пока. Долетел, друзья, на переднем приводе. Все отлично, без происшествий.
хороший день был.